Первый вопрос. Это ваше первое участие? Ну, это не участие, это скорее... Участие в роли зрителя, да. На самом деле я попал на такие... Ну, именно на такое мероприятие я попал впервые. Самым главным, наверное, для меня поводом сюда попасть было то, что на данном этапе жизни я как раз-таки попал в компанию, где очень важны переговоры, и этим, ну, этому уделяется очень много времени. И я никогда не учился вести переговоры, и никогда не думал, что этому нужно учиться. То есть я понимал, есть какие-то психологические аспекты, этого достаточно. Ну, я почему-то так считал. Но, как оказалось, нет. И на данном этапе у меня сейчас идет довольно сложные и длительные переговоры. Это уже в течение полугода. Я все время разговариваю, мы все время договариваемся, все время ищем. И почему-то я считал, что нужно действовать одним способом. Но когда я попал сюда к вам на вот именно бизнес, как он называется, вот клуб, я когда попал в клуб управленческих поединков, я понял, что я знаю, что всегда есть у каждой стороны две медали, и некоторые вопросы, глядя на вот эти поединки, я понял, что мне нужно усовершенствовать. Спасибо клубу управленческих поединков. Спасибо вам за отзыв. И вам тоже. Удачи.